Всем-всем огромный привет! У меня сегодня радость. Мне сегодня приехал сюрприз. Сюрприз приехал в посылке из города Пензы. Юля, спасибо тебе огромное. Действительно, сюрприз удался. Мне вчера Юля написала, что Свет, ты уж извини, но я тебе выслала подарок-сюрприз. Я посмотрела номер, который она мне прислала. Оказывается, сегодня уже этот сюрприз у меня на почте. Поэтому я такая в шоковой радости пошла на почту получать свою посылочку. Юля, очень-очень приятно. И мне, и Максимке, ты и меня, и его порадовала. Очень приятно. На самом деле у меня такое состояние сейчас какой-то эйфории. Спасибо. У Юли есть канал, называется Юля Юла. Ну, ссылку я, конечно, оставлю под роликом, проходите, знакомьтесь. А сейчас мне не терпится показать, что прислала Юля и что было в нашей посылочке-сюрпризе. Вот такая зимняя, снежная, красивенная коробочка. Смотрите, она какая нарядная, с бантом. И в ней, как в ларце, вот такая красота на все вкусы, на все удовольствие. Вы посмотрите, прям полная конфеток, да еще таких всех редких. Я сегодня сама как в детстве сидела и перебирала. Спасибо и от меня, и от Максимки. Сегодня будем чаевничать с этими прекрасными конфетками. С конфетами приехал и чай. И он приехал в такой необычной упаковочке. Сейчас я вам покажу. Это, судя по всему, такая как бы праздничная упаковка в виде шарика. Это майский чай на самом деле. Так, наверное, черный. Цейлонский черный крупнолистовой чай. Ну, все как мы любим. Вот с такой милой девочкой. Так что конфетки у нас будут вместе с чаем. Спасибо, Юль, очень приятно. Из вкусно-ароматного ко мне приехал вот такой флакончик с духами. Это Avon Farm. Я уже достала, открыла. У меня есть Farm Icon. Farm у меня тоже был ранее, но он закончился. И теперь у меня он снова есть. Люблю я этот аромат. Очень он приятный. Для меня это как раз вот сейчас зимой себя баловать. Очень приятный аромат. Я люблю как Icon, так и первую версию Farm. Очень красивый такой кристалл. Если Farm Icon желтая такая водичка, то этот красивый розовый. Очень приятный. Далее. Юля порадовала меня гелем для душа. Это сокровище зимы. Аромат малины и ванили. Все как я люблю. Я такой гель уже как-то тестировала, но у меня такого не было. Приятный аромат. Больше аромат для меня ванили. Очень нежный, приятный и вкусный. Конечно, будем пользоваться с огромнейшим удовольствием. Но тут еще цвет такой, сплошной позитив. Мой любимый, кстати, цвет. Дальше. Я смотрела, но себе не заказывала. Это от Faberlic. Подарочный набор для ухода за кожей рук. Сюда входит бальзам для рук, крем для рук защитный и крем для рук питательный. Знаете, чем мне оно понравилось? Что это мини-формат. Так, одна мимишка убежала. Вот так. Видите, они такие мимишные. Вот они прям все по 30 мл, кажется. Очень красивые, очень приятные. Но в подарок, мне кажется, это просто чудо какое-то. Очень приятно вот для подарка. Я понимала, когда вот смотрела каталог, я понимала, что это будет смотреться очень мило. Ну и вот теперь сама же и радуюсь такому подарку. Спасибо, Юля, угодила, настолько классно. Тем более я люблю кремы для рук, это моя слабость. Все знают уже, наверное, это. Из уходовых средств была еще маска очищающая для лица. Превосходное очищение. Это Планета Спа. Я люблю маски от Планеты Спа. У них очищающие действительно очищают. Нравится, вот прям, честно говорю, нравятся они мне. Спасибо, Юленька. Из сладостей это было еще не все.
Посмотрите, какая вкуснятина приехала. Я так и буду подхихикивать. У меня и так это особенность моя подхихикивать. Но от счастья, конечно, я буду еще больше хихикать. Шоколад молочный с начинкой. Я такие очень люблю. Я понимаю, что горький полезнее, но я люблю молочный шоколад. И тут уж ничего не сделаешь. Спасибо. Угодила, Юля. И буду с огромным удовольствием с Максом пить чай. Дальше. Из интересного. Вот в такой праздничной упаковке приехало полотенчико. Желтое, красивое. Прям такое солнечное. Как кусочек солнышка. Очень симпатичное полотенчико. У него даже, наверное, есть размер 100% хлопок. Размер 30 на 40 сантиметров. Вот такое вот удобное, красивое и позитивное. Дальше. Подставки. Подставки под горячее в ассортименте. Их тут две штучки с собачкой. И знаете, такое дерево-то миллиметров на 5. То есть плотное дерево на стол или куда-то поставить. Вот прямо самое то. Интересное. Дальше в наборе тут 3 кусочка мыла. Ну, не набором, а приехали 3 кусочка мыла. Первое мыло из Faberlic «Зима». Здесь кусочек мыла в виде собачки. И, наверное, с каким-то вкусным-вкусным ароматом. Тут я не вижу, чтобы было написано, но я знаю, что здесь форма собачки. Я думаю, что эта собачка пойдет в мыльницу и будет нас радовать. С огромным удовольствием будем пользоваться. И вот такие 2 милых кусочка от Fresh. Первый инжир и лаванда, и второй мандарин и белый чай. Тоже они у нас будут в использовании. И с огромным удовольствием мы будем им пользоваться и Юлю вспоминать. Так, еще один кусочек. Это уже вообще сплошной позитив. Но этот я пока спрячу, правду скажу. Спрячу пока в запасике. Это от Delicare мыло. Так, где аромат написан? Не вижу. Аромат не вижу. Но пахнет очень вкусно. Посмотрите, какое оно красивое. Давайте я его даже вот так поставлю, чтобы было видно. Сплошной позитив. Так, сейчас мы вот так красиво встанем, чтобы было все-все видно. Тоже, что я очень люблю, это бальзамы для губ. Юль, даже это учла. Спасибо тебе, моя хорошая. Это из серии «Зима». От Faberlic. Это хорошие бальзамы. Вообще вот этой серии «Зима» у них хорошие вещи. Я ни разу не брала, но слышала постоянно хорошие отзывы, что этот бальзам действительно работает, если губы обветриваются, например. Я думаю, что я его даже поставлю к Максимке. Зимой у него проблема с губами. Постоянно он начинает их облизывать на морозе. И страдают губы. Поэтому ему это самое то будет в зиму. Так не заставишь пользоваться, но когда уже болит, то он тут даже сам просит. Но если далеко от Максимки не уходить, он пищал. Вы посмотрите, какая красота. Это ластики. Вот это ластики. Вот такая красота. Велосипед, шлем и вот такая вот бутылочка. У него есть подобный набор. Он говорит: мама, я наконец-то смогу открыть и пользоваться. Ну, не в смысле не пользоваться, стирать что-то, а спокойно там кому-то показывать, брать с собой в школу, ну, вот как бы радоваться, играть набором, потому что ему очень жалко просто распаковывать. А тут вот такая красота. Ну, на самом деле, это, мне кажется, какое-то произведение искусства. Вот велосипед такой, и это все ластик. Очень классно. Юля, спасибо. Радости ребенку вообще нет предела. Юля живет, я говорила, в городе Пенза, и теперь вот такой магнит будет украшать наш холодильник. Я так понимаю, это достопримечательности города Пензы. Тут есть даже статуя. Давайте вот так поближе покажу. Вот. И вот так вот. Очень красиво, очень радостно.
Спасибо, моя хорошая. И также были открытки с теплыми словами и пожеланиями. Спасибо тебе, Юля, огромное. Я их уж показывать не буду, потому что это личное. Вот такая была шикарная посылка. Вот такой был приятный сюрприз от Юленьки. Спасибо тебе, моя хорошая. Знакомьтесь с Юлей, проходите по ссылке на ее канал. У нее много всего интересного. Всем до новых встреч. Спасибо, если радовались вместе с нами. И всем пока!